Я обожаю брюки, и в моем гардеробе есть достаточно места для платьев, для юбок и для брюк. Придя из мужского гардероба, они изменили нашу жизнь. Настолько, что сегодня мы не представляем своей жизни без них. Жаркое лето, мы надеваем любой топ, любую маечку, брюки и чувствуем себя комфортно. Но самое главное, что это за ткань? Часто вы звоните к нам в программу и спрашиваете: Света, девочки, комфортно ли мне будет? Еще как, ведь это вискоза. 1399 рублей за готовку. Новые брюки, классические брюки, которые будут вас тройнить, невероятно. Ну, кстати, когда уже пригрело солнце и на улице сухо, мы можем носить эти брюки прямо сейчас, и я даже подскажу с чем. Любите изумруд, малахит? Тогда этот зеленый цвет ваш. Брюки Селеста зеленого цвета. Я уже говорила не раз, что бренд Лавира Ирина Кулакова радует нас многообразием красок. Поэтому обязательно выберите еще и базовый оттенок белый. Он сегодня очень популярен. Не хватает солнца и позитива? Желтый вас спасет. Ведь психологи говорят, чем больше ярких красок в вашем гардеробе, тем больше ярких красок в вашей жизни. Василек, про этот цвет мы не устанем повторять. Этот цвет электрик. Его прозвали так, потому что действительно как будто вспышки электрических фонариков загораются с появлением вас в брюках этого цвета. Вот не знаю ни одного мужчины, который бы не реагировал на красный цвет, вы знаете? Ну и удивительно, что происходит с мужчинами, когда женщина надевает на себя красные брюки. Мой любимый цвет – это баклажан или марсала, как ее сегодня называют. Все оттенки бордо сегодня очень популярны среди женщин, кто хочет яркости, но еще боится сделать шаг навстречу своему новому яркому образу. Мы не торопим вас. Самое главное – поторопиться и заказать свой любимый цвет, чтобы он вас дождался. О, вот это красота! Изумрудный, красивый зеленый цвет. Очень сочный цвет спелой травы. Без черного никуда. И я просто призываю вас, если в вашем гардеробе до сих пор не черного цвета, автоматически стройнит. Правда, если вы хотите визуально произвести эффект стройности, берите черный. Но сейчас давайте посмотрим на подиум. Наши красавицы уже ждут вас. А? Я вам говорила, что эти брюки можно уже сейчас носить. Итак, давайте вспомним известный бренд, российский Yuka Style. И это жакет «Цветочные этюды». Жакет совсем скоро появится в нашей программе, но я уже сейчас советую вам, если вы влюбились в образ Елены, закажите размер в размер, если у вас стандартный тип фигуры. Ну, а вы уже знаете секреты. Если у вас природа наградила вас богатством зоны верха, плюс один размер. То, что касается брюки Селесты, Ксюшенька остается в своей красоте. Это бренд Олмис, стильная блуза Ларита. И обратите внимание сейчас на то, какие девчонки совершенно разные. Готовы сейчас прослушать все секреты о наших брюках? Кстати, те, кто внимательно следит за нашими новинками, помнят о том, что в прошлом году эти брюки были невероятно популярны. Давайте перейдем к материалу. Есть что сказать. Вискозу женщины любят. И как бы то ни было, этот материал заставляет их почувствовать совершенно комфортную жизнь. Ну, представьте себе, вы влюблены в свои брюки. Но у вас замок, молния часто заедает. Или, например, вы поправились, и вы уже не влезаете в свои брюки. Этого не произойдет с нашими брюками Селеста. А все почему? Бренд Лавира придумали очень хорошую для вас, очень хорошее решение. Это эластичная лента. Причем производитель не экономит на ткани и закрывает. Открывает эластичную ленту той же вискозной тканью. И к телу такая ткань намного приятнее. Обратите внимание, что эластичная лента сегодня по-другому открыла взгляд на брюки многих женщин. Итак, от 46 до 64 размера. Вы посмотрите на этих богинь. Друзья мои, брюки Селеста ярко-желтого цвета. Итак, стильный жакет от бренда Yuka Style. Цветочные этюды, желтые цветы. И брюки Селеста – это готовый ансамбль. Все. Я представляю реакцию окружающих. Когда вы, такая солнечная и красивая, врываетесь на улицы ваших городов, не надо бояться ярких расцветок. Представьте себе, как вы будете эффектно выглядеть в этих брюках. У Оли, на секунду, 54 размер. Но если честно, девочки, я не вижу огромной разницы между размерами. Девчонки как будто бы одинаковы. Это все фасон брюк. Елена носит 48-й, на нашей модели брюки 50-го размера. Если вы хотите брюки посвободнее, вам никто
никто не запретит. Ведь у нас эластичная лента, и она будет фиксироваться на зоне талии. 1399 рублей. Мне очень нравится образ Ольги с желтыми цветами. Это необычно. Желтый сегодня тоже в фаворе. Итак, я говорила вам про ткань. И очень важно, что именно вискоза помогает скрыть неровности женской фигуры. У меня у самой широкие бедра. Я знаю, что это такое. Советую вам, если у вас есть ушки, у многих женщин они есть, я советую вам выбрать брючки на размер побольше. Вы почувствуете, как они свободно сидят на вас. И складывается такое ощущение, что вы похудели, что вы постройнели и что вы более изящные. Итак, договоримся с вами, если стройные бедра и стандартный тип фигуры, и вы хотите, чтобы эти бедра были подчеркнуты. Высокая посадка, подобранная зона животика, красивые подтянутые бедра. И самое главное – 100% комфорт. Вы можете в этих брюках даже спать, лежать, отдыхать на работе. Посмотрите, как подтянуты формы. Кстати, классический крой брюк никогда не выйдет из моды. А как они красиво смотрятся с каблучками. Друзья мои, давайте посмотрим еще раз на подиум. Ведь эти брюки из плотной, но мягкой вискозной ткани уже можно носить сейчас. Оля, я не могу, я неравнодушна к этому образу. И я просто без ума. Желтый цвет, какой он красивый, какой он солнечный. Это не тот цвет вырвиглаз, который иногда боятся покупать женщины. Это благородный желтый. Все, что я вам перечислила сейчас, сравните и соизмерьте с ценой, которую вы видите сейчас, 1399 рублей. Один пошив брюк в магазинах ателье стоит от 2000 рублей, даже если он самый простой. Мы видим с вами работу с вискозой, где есть шелковистые волокна, поэтому ощутите себя не только в комфорте, это достойные материалы. Брюки Селеста. Оригинальный ансамбль. И вы можете выглядеть точно так же. Берем сразу по 2-3 цвета, и пока это возможно.